Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. 8 декабря в Чите завершился традиционный хоккейный турнир «Первый лед», в котором приняли участие 12 команд Забайкальского края. Проверять на прочность «Первый лед» начали еще в конце ноября, когда на арене встретились команды группы А «Буревестник», «Сдюшор-95» и «Сдюшор-2», «Садко» и «Чита». Соревнования проводились по круговой системе, и уже 5 декабря определились победители в этой группе. С 12 очками вперед вышла команда «Сдюшор-95». Второе место заняла команда «Чита» с отрывом от лидеров 3 очка. На третьем месте «Сдюшор-2» с 6 очками. Среди 7 команд группы «Б» первое место заняла команда «Забайкалье». Второе место у команды «Т-спорт» и третье место у «Медведей», которые в последнем круге сыграли с лидером турнирной таблицы. Странно, что хоккейные турниры не собирают зрителей. Достаточно зрелищный спорт остается без поддержки читинцев, которые, наверное, даже и не знают названия наших команд. Ледовый дворец все дни соревнований был практически пуст. И единственными, кто пришел поддержать забайкальских хоккеистов, были родственники и друзья. Хочется думать, что хоккей в Забайкальском крае получит свое признание, и наши команды будут собирать трибуны болельщиков. Александра Леонтьева, Павел Гончаров, специально для Забинфо.ру.